родительская суббота. Я сделала такой торт. Пойдем помянем всех усопших. Сегодня большая-большая родительская суббота. Побудем на кладбище, а потом пойдем поминать. Вот такой простенький тортик. Не стала тут ничего я делать такого вычурного. Даже с браком, потому что в такой подложке не выровняешь как надо. Ну, еще я сделала... Не сделала, я сделаю сейчас, нафарширую яйца. Я уже их почистила. Осталось мне здесь желточек отделить от белка, чесночок, майонез и вот такие яйца. Много мы там не натаскиваем. Торт и то слишком большой получился. Я думаю, половинку. Да ладно, говорю. Че половинку, он будет тогда некрасивый. Ну, он небольшой. В объеме-то широкий, да. Ну, вот так вот. Сейчас я нафарширую яйца и пойду. Помолюсь за наших. За своих, вернее, за ваших, за всех. За всех помолюсь. Царствие всем небесное. Кто меня понимает, тот поддержит. Хорошая вещь эта упаковочка. Упаковала. Правда, от старого торта. Ну, ничего. Хуже не будет. Тут был медовый, ореховый какой-то. А у меня бисквит. Дар не рассказал, что-то у меня есть-то. Конечно, сливки я взбила 3-4%, как всегда делаю, и проложила клубникой свежей два ряда. С клубникой она получается у нас. Если получится, разрежу и покажу, какой он в разрезе будет. Ну, так неплохо смотрится. Неплохо. Нежненький такой. Хорошенький. Хорошенький. Пойдет. Лишь бы вкусный был. А это? Я за этим не гонюсь, за красотой. Мне там содержимое надо, чтобы было вкусное. Все.